Everything you ever. Все вы прекрасно знаете, что мы не первый год живем в Москве. Вот мы сегодня в парк приехали всей семьей. У нас не удавалось сюда никогда приехать. И вот сегодня мы сюда приехали. Как здесь красиво. Да, приезжайте. Приветик, моя хорошая. Вы не поверите, я только что в руки взяла свой телефон. Сегодня этой ночью так плохо спали. У Софишки зубки режутся. У нее даже температурка поднялась. Вот пришла сбивать нурофеном детским. Вот, позвонила в детскую клинику, вызвала доктора на дом. Вот, жду. Должен в течение дня приехать. Васильочек, моя девочка, песочек играет. Софишка спит, покушала. Мы поиграли. Все хорошо, моя девочка. К нам приехал дядя доктор. Нас послушали. Горлышко посмотрели, все хорошо, не красное? Нет, горлышко спокойно. Это зубки, да, у нас режутся? Скорее всего, зубы, да. Моя девочка. Где держатся зубки? Сейчас мы вам напишем. Вот так. Мяско с кашкой. Пусть тебе. Вот, я тебе делаю. Спасибо, доченька. Как классно. Клубничка и бананчик, да? Сделай мне пироженка. А мы кушаем, Софишка. На улице хорошо. Что, ты тоже хочешь полепить, да? Хочешь сестренку потрогать? Мои хорошие, у нас прогулочка. Сейчас сходил в магазин, в аптеку. Малышке купил лекарства. Сейчас... Все, мчу домой, к любимым своим. Погодка, конечно, замечательная сегодня. Я хотела по лужам попрыгать. Ты мой зайчик. У нас есть резиновые сапожки, чтобы по лужам прыгать? Да. Да? Гулять хочешь? Да. Всем приветик, как ваши дела? Мы уже второй день дома сидим, никуда не выходим. Да и дождь сильно идет на улице. Особо не погуляешь. Правда, Василиска меня зовет на улицу. Вот думаю собраться, пойти в магазин, сходить туда. Обратно. К нам еще сегодня должна бабушка в гости приехать. Вот ждем ее. Софишка еще температурит, моя девочка. Она этой ночью тоже плохо спала. Я возле нее, возле кроватки тоже всю ночь не спала. Всю ночь не спала, сидела возле нее, возле кроватки, проверяла у нее температуру. Маленькая моя. Вчера у нас вообще к вечеру такая высокая температура поднялась. 39. Вот, пришлось сбивать. Зубки у нас режут. Василисочка у нас пазлы сама собирает. Моя умничка. Ты мамочку научишь? Да.
Прикольно. Три кота, да? Да, мама покрасит кофечку. Что ты хочешь? Прикольная книжка с пазлами. Вы покупаете своим детям такие книжки с пазлами? У нас Василёчек всегда просит, чтобы мы покупали такие книги. Вот пазлы, она любит собирать. Иди, котёнок. Я хочу мамину косметику. Мамину косметику хочешь? Доченька, а зачем тебе мамина косметика? Мне хотела куклу покрасить. Ой, да я вижу, ты уже и так вон её всю измалевала. Мама опоздала. Ты моё солнышко. Ой, доченька. Помадку только дам и все, ладно? Да. Помадка. Хорошо. И тень. И кисточку. Хорошо. Я буду красить. Да ты так красива, зайка. Дорогие мои, я со своими друзьями решила вас порадовать этой весной и сделать вас чуточку счастливее. Поэтому это все для вас. Смотрите, подарочки все куплены и ждут своих победителей, вас. А их будет очень много, так же, как и подарочков. Два айфона, квадрокоптер, самокат, кухонные наборы, детская кухня, подвески Sunlight, огромный чемодан косметики, сертификаты Victoria's Secret, бьюти-боксы. Вас максимально позаботились и сделали доставку по России бесплатно. Скорее бегите участвовать и верьте в чудеса, они случаются. Какие красивые блинчики мне муж готовит. Почему у меня такие не получаются, зай? Сейчас будем чай пить с блинчиками, с вареньем и с медом. Куда это мы приехали? Улечка, ты покажи, куда мы приехали. Сейчас покажу. Та-дам! Москва-Сити. Москва-река. Хотели бы здесь жить? Ой. Да, зайка, там уточка. Все семьей приехали на набережную, гуляем. Так здорово, классно. Хотели с мужем вдвоем уединиться. Так не с кем было деток оставить. Вот. Все семьей гуляем. Классно. Правда, сегодня прохладно. Периодически дождик капает. Ну вот. Я, кстати, завишу от погоды. Вот так спать хочу. Вот было бы солнышко, и сразу бы я бы такая... Хотела бы... Но ясная, счастливая. Тут сейчас хожу такая сонная. Засыпаю прям на ходу. Что такое маленькая мама? Ей тоже нравится. Малышка хочет встать. На ручки хватит. Что тебя возьму? Что это тут для нас за красоту приготовили? Фирменный сет. Роллы Калифорния, Филадельфия. Любите роллы? Мы ужинаем. Василёчек, ты любишь роллы? А супчик с фрикадельками любишь? Сейчас будем кушать супчик. Моя девочка. Так, это у меня тут фетучини с креветками. А вот супчик принесли с фрикадельками Васильку. Папочка, давай-ка сюда поставим. Котенок, покажи маме, какие тебе туфельки понравились. Оранжевые, да. Мне вот эти понравились. Смотрите, в Гэсси. Новая коллекция, нереально крутые. Мы сейчас в Афимоле. Офигенные это туфельки. Какой, на лето. Какой? Покажи. Это какой? Это бежевый цвет. А это? Дальше. Это